Всем привет! Мы знаем, что авто в рассрочку – это очень удобно. Но выгодно ли? Доступно ли? Давайте разберемся. Чем отличается лизинг от кредита и в чем преимущество лизинга от VAB? Во-первых, получить автомобиль в лизинг можно при оплате 20% от его стоимости. Все остальные сопутствующие расходы на регистрацию автомобиля, пенсионный фонд, страхование на весь период, включается в ежемесячный платеж по лизингу и тем самым оптимизирует ваши затраты на старте. А какой график платежей у меня будет? Для начала нам с вами необходимо определиться с автомобилем. Затем подберем авансовый платеж, который необходим вам для оформления лизинга, и срок, на который планируете оформлять автомобиль. А как быть, если в августе я планирую улететь в Турцию? Можем ли мы уменьшить платежи на июнь, июль и август? Да, конечно. Для этого лизинговая компания может вам согласовать лизинговые каникулы, когда вы оплачиваете всего лишь часть платежа. И у меня еще один вопрос. Как быть, если через 2 года я захочу поменять автомобиль на новый? Без проблем. VAB делает предпродажную подготовку вашего автомобиля, найдет на него покупателя и дофинансирует его, если ему необходимо, а вам передаст в течение 1 дня новый автомобиль по лучшей цене.